В США продолжаются демонстрации против убийств, совершенных полицейскими. Список бунтующих пополнился городами Беркли и Окленд, штат Калифорния. Вторая ночь протестов в Беркли переросла в беспорядки, в ходе которых манифестанты били стекла и перекрыли автомагистрали. То же самое повторилось и в Окленде. Предпринимались попытки поджечь патрульные машины. В полицейских кидали камни, бутылки и петарды. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Полиция сообщила об арестах, однако точных данных предоставлено не было.